хороший поединок против сильной соперницы. Довольна своим выступлением сейчас? Ну, на данный момент это самый лучший мой результат за этот сезон. Потому что что-то в этом сезоне я немножко потерялась после мира в прошлом году. И пока что меня порадовало мое фехтование. То, что я фехтовала на уровне, дала борьбу. Она девочка сильная, Оля Харланто. Как бы обидно, но сама опустила. Сама. Вы сейчас с отцом обсуждали бой, да? Каким выводом пришли? Что немножко не хватает ногами, что не могу контролировать себя иногда. Ну, в принципе, все это можно исправить. К этому буду стремиться. Ты сейчас не попадаешь в сборную, да, в основной состав. Переживаешь по этому поводу? Ну, конечно же, переживаю, хочется. Но самое главное – это Олимпиада в Рио, и я буду туда стремиться. И все свои силы я возьму себя в кулак. Сейчас какие у тебя планы после турнира? После турнира сейчас домой еду, отдыхаю. Буду готовиться, я попала на Универсиаду, которая будет проходить в Корее. Буду готовиться туда. Спасибо большое, тебе удачи. Спасибо. В будущем, да. Надеемся увидеть тебя в Рио, конечно, очень.